Бекки 360 градусов. Чехол, который вы видите на экране, обладает большим количеством преимуществ и защитит телефон от воздействий самого разного рода. Главная его особенность – магнитная конструкция. Благодаря ей чехол легко надевается, а затем надежно фиксируется. Можно не бояться, что края случайно разойдутся и телефон останется без защиты. Бекки 360 градусов достаточно крепкий, чтобы защитить гаджет от воды, порезов, царапин. Ему не страшна даже дрель. Кроме того, поверхность успешно сопротивляется воздействию чернил. Телефон не получится испачкать ручкой или фломастером. При всех перечисленных достоинствах Бекки 360 градусов практически невидимый. Это значит, что он не изменит внешний вид гаджета, а потому подойдет абсолютно всем людям вне зависимости от их вкуса. Его цена – $25. Фози Аполло. С первого взгляда можно сказать, что чехол, который вы видите на экране, отличается от тех, которые мы сегодня уже показали. Фози Аполло подойдет для людей, которые предпочитают использовать не полупрозрачную защиту, остающуюся сверху, а что-то вроде мешочка. На наш взгляд, главной примечательной особенностью этого чехла является тот факт, что он защищает гаджеты от повреждений, о которых обычно даже не задумываешься. Жаркие солнечные дни, ровно так же, как и холодные, когда температура опускается до неприятной отметки, не проходят для телефона бесследно. Больше всего страдает батарея. Она начинает расходовать заряд чересчур быстро. Фози Аполло защищает телефон от холода и солнца, благодаря чему заряд батареи расходуется с обычной скоростью и в жаркую, и в морозную погоду. Такими удивительными свойствами чехол обладает потому, что изготовлен из материала, который используют для пошива костюмов астронавтов. Он специально разработан для защиты от экстремальных температур. Хромированная оболочка чехла отражает около 90% солнечных излучений. Благодаря водостойкой технологии Anti-Sink в воде чехол работает как спасательный жилет, удерживая его на поверхности. Прочность, которую обеспечивает Фози Аполло, соответствует военным стандартам. Гаджет в чехле выдержит падение с высоты до 2 метров. Его цена – $60. Crystallusion.
Мы все привыкли, что средство для защиты телефона – это чехлы, ну или на крайний случай пленки, которые нужно крепить сверху на экран. Однако на этот раз перед вами инновационный продукт. За $16 производитель Crystal Illusion предлагает купить салфетку. Потому что средство защиты представляет собой жидкое стекло, которое в нее впитано. Все, что нужно сделать, чтобы защита начала действовать, протереть чистую поверхность гаджета салфеткой, а затем дать стеклу час на закрепление. После этого на поверхности образовывается ультратонкий слой, который защищает гаджет от воды, грязи с рук, а также от механического воздействия. Главное преимущество Crystal Illusion Liquid Glass – это универсальность. Средство можно применить к любому устройству, будь то телефон, планшет, экран ноутбука или телевизора. То есть можно сэкономить время, подбирая размер защиты под модель своего смартфона. Интересно, что также подобный способ защиты можно использовать для очков или любой другой подобной поверхности. Также неоспоримыми плюсами данного средства являются абсолютная прозрачность, защита дисплея под жидким стеклом от накопления бактерий и, конечно же, избавление пользователя от ненавистных пузырьков, которые возникли бы в процессе наклеивания обычной пленки. Protection Pro. Вы когда-нибудь задумывались о том, какие средства защиты девайсов используют на космических станциях НАСА? Или чем покрывают лопасти вертолетов, чтобы уберечь их от мелких повреждений и продлить срок службы? Ответ на этот вопрос – пленка, сделанная из высокотехнологичного и сверхпрочного полимера. Именно этот материал специалисты из американской компании Medica выбрали для создания защиты для телефона, которая получила название Protection Pro. Ее толщина не превышает 2 мм, то есть она никак не сказывается на чувствительности экрана. Прозрачная эластичная пленка наносится на телефон всего за несколько минут, после чего сразу же начинает защищать его. Тратить время на ожидание не нужно. Protection Pro оберегает гаджеты от воды, микрочастиц пыли, царапин, ультрафиолета, жира с пальцев. Пленка обеспечивает крепкий захват в ладони, чтобы смартфон не выскользнул из руки даже случайно. The Phone Code. Чтобы увидеть этот чехол, обеспечивающий смартфону оптимальную защиту, нужно некоторое время присматриваться. Все потому, что пленка после того, как наносится на поверхность, представляет собой что-то вроде прочной, ультратонкой, прозрачной второй кожи. The Phone Code обладает 2 очень важными свойствами. Она не бьется при повреждении, как стандартный чехол, и обладает способностью самостоятельно затягивать полученные ею повреждения. Приобрести The Phone Code предлагается за $18. За эти деньги покупатель получает 2 пленки, которые наклеиваются с разных сторон. Они вырезаны таким образом, чтобы обеспечивать 360-градусную защиту. То есть можно не переживать за целостность не только экрана, но и боковых граней телефона, а также углов, на которых от падений обычно появляются сколы. Посмотрите, как это работает. Если поверхность повреждена, на ней появились царапины, достаточно нагреть пленку, чтобы они исчезли. Для нагрева можно использовать самый обычный фен, который есть в каждом доме. Несмотря на уникальную конструкцию, толщина пленки составляет всего 2 мм. При этом она убережет гаджет даже от удара молотком или воздействия шлифовальной машины. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги!
Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете.